Кроссовки детские, торговая марка Капика. Купили их 2 недели тому назад, стоили 2100 рублей. Посмотрите, что происходит. Носил он их, естественно, не целый день. Гулял до обеда, иногда и после, а порой и вообще не гулял, если погоды не было. То посмотрите, в этой части протерлась, появилась дырка и такие же наметки на правом кроссовке. Появилась дырочка, он, естественно, ничего не цеплял, они практически, посмотрите, в одинаковых местах, только противоположные кроссовки появляются. Здесь больше, а здесь меньше. Соприкосновение, может быть, джинс, и ткань протерлась, налицо такая дырка. Что-то не понравилось в этой части, не в этой части, а в этот раз обувь от Капика, хотя имеем и зимние ботинки, вроде бы осенние, но кроссовки таким образом себя показали. Вот еще хочу показать о торговой марке Капика у дочери. Но она их проносила практически год. Ну, естественно, кроме зимы и осени. Тоже в этой части она протерлись. И зимой их носила? Где? У бабушки. Зимой? У бабушки дома носили зимой. А, ну не на улице же носила? Не на улице. Ну, правильно. То здесь протерлось, но понятно, если это происходит, допустим, через 2 месяца носки. Но когда это через 2 недели и не каждый день, так что имейте в виду, если будете приобретать эту фирму, она достаточно известная, вроде бы зарекомендовала себя неплохо, но тем не менее вот такой нюанс. У них есть разные модельные ряд, вот именно неудачно эта модель по прошивке. У Капики, да? Да, у них много кроссовок, много. Ну, наверное, у всех же вот здесь тоже имеется тканевая. Прошивка, но вот именно здесь почему-то вот распорол. Но у нас же других-то не было кроссовок. У него были до этого Капика, другая модель была. И тоже в этой части не было, да? Не было. Порвалось, но уже позже, когда все это... Ну, а здесь за 2 недели. Обратились к продавцу, она стала какие-то предложения странные достаточно высказывать. Вы напишите нам, не напишите, а представьте кроссовки в чистом виде. Мы сфотографируем их, пошлем на завод Капика, и там будут разбираться и так далее и тому подобное. Я говорю, в принципе, мы же не на заводе покупали у вас, мы должны вам кроссовки принести. Вы их принимаете, возвращаете нам деньги, так как это действительно непонятный брак, технологический какой-то нюанс неправильно было сделано, не знаю. Но вы дальше разбираетесь с магазином. Ну, не стали настаивать, ребенку все равно, ножка быстро растет, сезон проносит. Ну, имейте в виду, у Капика может быть вот такой нюанс, у обуви Капика, торговая марка.